Всем привет! Сегодня мое видео – это разговор о моем открытии, точнее предпосылке. И подобное видео я снимала уже 2 года назад, когда я посчитала экономию моего потребления в Oriflame в течение 13 лет. Сейчас в компании Oriflame я уже зарегистрирована 15 лет и являюсь 100% потребителем. И то, как я выгляжу сейчас, как выглядит моя кожа, мои волосы, мои ногти, мое тело в моем возрасте – это результат, конечно же, и моего труда, и продукции компании Oriflame. Поэтому какая-то там реклама, купи, будешь применять, и будет о чудо. О чудо – это не реклама, не модель, которую купили для какой-то рекламы, а это все консультанты, потребители, лидеры Oriflame, которые пользуются в течение многих лет, и то, как они выглядят, это результат работы продукции. Итак, в чем же мое открытие, то, с чем я хотела с вами поделиться, какой экономии. Я считала, что за прошедшие 13 лет я сэкономила порядка, ну, скажем так, 1,5–2 миллиона только на личном потреблении, используя нашу продукцию. Это все скидки, акции, и доказывала вам в примере. Сегодня я хотела подвести итог 2016 года, сколько я сэкономила на личном потреблении, взяв средний балл, то, что я покупаю. Итак, мои основные продукты, на чем я делаю фокус. В среднем мои заказы в Oriflame стоят от 280 до 450 баллов только на личном потреблении. Вы можете сказать: ой, я не верю, этого не может быть, но давайте вместе с вами посчитаем. В каждом моем заказе, и я не буду голословно, вы можете зайти в плейлист «Мои заказы» и там посмотреть, что я каждый каталог заказываю. И всегда вы обнаружите вот эти 4 продукта. Это витамины для меня, моего супруга, это коктейль. Всего существует 3 вкуса, еще есть шоколадный. Он как раз у меня заправлен в контейнере, поэтому упаковки нет, я его не покажу вам. В среднем каждый день утром это 1,5–2 порции коктейля. Плюс супруг меня берет на работу. Вот 4 продукта – это уже 200 баллов. В каждом моем заказе всегда есть 2 таких продукта. Это детские витаминки и жидкая омега-3. Мой супруг вместе с дочкой дополнительно принимает жидкую омегу. Я ее физически не могу выпить никак, себя заставить, хотя говорят, это просто предрассудки. Для себя я дополнительно беру еще омегу вот такую в капсулу, потому что, скажем, после 30 лет нам недостаточно будет витаминок. Желательно, конечно, ее принимать в жидком виде дополнительно к тем витаминам, что есть. 24-16 баллов. Каждый каталог или через каталог, в зависимости от потребления, я беру, могу с 50% скидкой, иногда по подписке 4 каталога подряд, я беру wellness-супчики. Для меня это действительно спасение, у меня муж не обедает дома, и заморачиваться себе готовить обед, я делаю, так как я работаю за компьютером, часто я развожу это просто как чай, добавляю свои сухарики, которые испекла в духовке, что-нибудь мясо, салаты, и я знаю, что получаю полноценное питание. Кроме того, это всегда поддерживается фигура, убирается сантиметры в талии, просто находка, и очень вкусно и полезно. Дополнительные продукты для меня — это астаксантин, шведский бьюти комплекс. Если какая-то идет простуда, если куда-то нужно поехать, то дополнительно несколько, 4-5 капсул, либо у ребенка что-то, то есть мы принимаем это как антибиотик, как антиоксидант действует, соответственно, быстренько восстанавливается организм и заболевание не проходит. И моя гордость, мои роскошные, густые свои волосы, ногти, которые я только успеваю постоянно обрезать. Это заслуга 2 вот таких вот витаминок. Это Wellness Pack, как я уже вам говорила. И 2 раза в год курсом осенью и весной по 4 пачки я принимаю дополнительно нутрикомплекс для того, чтобы волосы росли быстрее, ногти были более упругими. Кроме того, что я сэкономила на аптеке,
мое состояние здоровья, мое и моей семьи, сэкономила на маникюре, на коррекции, на всевозможных там наращиваниях, укладке, парикмахерам, потому что состояние моих волос шикарное, мне не требуются какие-то дополнительные процедуры, кроме того, кроме тех продуктов, которые есть у нас в каталогах. Я вам сейчас покажу и докажу, сколько вы сэкономите в год. На самом деле, эта цифра просто шокирующая. То есть то, что я заказываю каждый каталог, это 339 баллов. Конечно же, помимо всего этого, я покупаю косметику. Во-первых, мы экономим 20%. Средний балл в каталоге стоит 47-46. Если 300 баллов, то по каталожной стоимости цена продуктов это 14 240. Если бы такую сумму нужно было бы каждый каталог, не месяц, каждый каталог выкладывать из семейного бюджета, простите, но, наверное, бы я не смогла себе позволить, мы не смогли себе позволить. Но мы платим гораздо меньшую сумму. Во-первых, это экономия 20%. Минус из этой суммы 2848 рублей. Так как заказы более 150, мы дополнительно получаем от каталожной стоимости 10% скидку. Это минус еще 1500 рублей. Мы покупаем один продукт дорогой, любой продукт с 50% скидкой. Я покупаю либо супчик Wellness, либо астаксантин, либо омегу, что-то из продуктов. То есть это еще минус 956 рублей экономия. Так как с уровнем старшего менеджера мы имеем дополнительную скидку с объема продаж, это минус еще 2096 рублей. Вместо 14 240 минусуем 7402 рубля, которые нам выходят в виде скидок, и мы платим в компании всего лишь 6838 рублей. Согласитесь, это уже другая сумма. Если эту сумму экономии 7402 рубля мы умножим на 17 каталогов, это получается более 125 тысяч рублей в год. Но это еще не все. У нас есть акции, и каждый четвертый продукт Wellness мы берем, получаем бесплатно. Если мы все это посчитаем, то подарки около больше 19 тысяч рублей идет. Именно только Wellness. Давайте сложим. 125 тысяч и 19 тысяч – это уже 145 тысяч рублей. Это все? Нет, ребята, это не все. Но в каталоге существуют какие-то потрясающие акции. Сделай заказ по каталогу на 500, на 1000 рублей и бери вот этот вот набор с 80% скидкой. Там по символической цене там 300 рублей, набор стоит 1500-2000 рублей. Так же, как, например, зубные пасты с 50% скидкой, мои любимые шампуни, какие-то любимые продукты. Если сейчас они 50-60% скидки, то имеет смысл их купить 2-3 штуки, 2-3 продукта. А несмотря на то, что я зарабатываю очень хорошие деньги в Oriflame, я также экономлю, также смотрю, какие-то где-то дешевле по акциям и любимые продукты покупаю. Ребята, если сложить 3000 рублей, дополнительно к этому бы я заплатила еще как минимум на 2500 рублей больше, покупая по акциям. Я уже не говорю о каких-то дополнительных подарках по акциям, которые делает компания. Итак, 2500 рублей на 17 каталогов – это уже более 42 тысяч рублей. 145 тысяч рублей наши, плюс вот эти 42, уже получается 187 тысяч рублей. Ладно, отбросим, округлим. 180 тысяч. 180 за год. За год. Только за один год. На продукции для себя, для своей семьи, и я экономлю 180 тысяч рублей. Да у кого-то это годовая зарплата. Ребята, у кого-то годовая зарплата. Да, вы можете говорить, ой, да, тебе легко говорить, ты же зарабатываешь, в Oriflame очень много. Да, зарабатываю я много. Но также я много инвестирую, вкладываю в себя, в свое здоровье. И за счет того, что я строю структуру на дисконт на таком же потреблении, мне дополнительно платит компания так, что эта продукция мне вообще выходит бесплатно. 180 тысяч рублей. За 2 года это 360. За 3 года это 540. За 5 лет это 900 тысяч рублей. За 6 лет это 1 080 000.
300 баллов – это много, но 150 баллов – это всего 3 продукта wellness, не считая косметику. И ваш доход за 6 лет – это 500 000, только на экономии для себя. Задумайтесь, вы сможете куда-то потратить эти сэкономленные деньги? На машину, ремонт в квартире, может быть, это путешествие каждый год с семьей куда-то. Ребята, поверьте, все те же самые продукты вы покупаете в других магазинах. То есть вы дяде какому-то, тете делаете выручку, и она ездит. Начальник какой-то, директор магазина ездит отдыхать на Гоа, на Бали, на крутой тачке. Но не вы. Да, конечно же, мало кто из нас задумывается о такой экономии. Даже я, уже будучи работая в компании Oriflame 15 лет, посчитала вот... Только вчера действительно сложила, сколько же я экономлю за год, за последний год сэкономила при среднем моем заказе. А для тех, кто уже зарегистрирован в Oriflame, я вас очень прошу, посчитайте внимательно свой средний заказ и каталог на семью за год. Все пункты экономии, которые я вам показала на примере. И очень вас прошу, напишите в комментариях под этим видео, сколько вы сэкономили за год. Сколько вы работаете в Oriflame за весь период. Ну, а если вы хотите зарабатывать гораздо больше, чем эта экономия, научитесь приглашать в компанию таких же дисконтных потребителей, которые будут для себя покупать для своей семьи, не бегая, не раздавая каталоги, и ваш доход будет гораздо выше, чем средний по России. Вы будете путешествовать не один, несколько раз в год за счет компании Oriflame, а также участвовать в автомобильной программе. Успехов вам! До новых встреч!